Искусственный интеллект позволяет автоматизировать создание учебных материалов и заданий, персонализировать обучение для каждого студента и предоставить студенту более увлекательный и интерактивный образовательный опыт. У меня есть стойкое ощущение, что этот комплекс инструментов с нами всерьез и надолго. Если раньше мы доверяли алгоритму только рутинные задачи по проверке выполненных работ, тестов, то сейчас мы вполне можем положиться на него в педагогическом творчестве, в создании образовательных продуктов и контента. После программы мое представление об искусственном интеллекте изменилось. Я осознала его универсальность и широкий спектр возможностей. В частности, искусственный интеллект позволяет генерировать обратную связь от студента и разрабатывать новые подходы к оценке знаний. За время обучения на программе я получила ответы на волнующие многих вопросы о культуре и этике применения этого инструмента в преподавании. Теперь это мой персональный ассистент, работающий без отпуска и выходных. Да, и я применяю его в разных ситуациях. Я автоматизировала создание писем студентов по разным вопросам обучения, пересмотрела планы некоторых занятий. На ежедневной основе я разрабатываю задания и примеры по изучаемому языковому материалу для обогащения практики своих студентов. Интеграция искусственного интеллекта в разработку учебных программ и оценочных материалов позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на эти задачи, и освободить его для других педагогических мероприятий. Многих интересует вопрос, как реагируют студенты, когда они узнают о том, что преподаватель тоже использует нейросети в своей работе. Я считаю, отлично. Студенты высоко оценили расширенный фидбэк на задание. На его написание мне теперь требуется гораздо меньше времени при подборе соответствующего запроса к нейросетям.